Доброе утро, Югра! Как вы относитесь к такому интересному сочетанию жанров, как триллер плюс детектив? Я однозначно положительна. Один из успешных представителей этого направления – итальянский писатель и сценарист Донато Каризи. И сегодня мы поговорим о его романе «Потерянные девушки Рима». Это первая часть истории о сыщике Маркусе и фотографе-криминалисте Сандре. Маркус – настоящий охотник за аномалиями. Человек, у которого есть дар – видеть послание зла в самых запутанных преступлениях. Но и у него есть свой секрет. Он совершенно ничего не помнит о своем прошлом. Сандра же работает фотографом на местах убийств. И она точно знает, что смерть кроется в мелочах. Но гибель ее собственного мужа покрыта тайной, важным ключом к которой становится ее встреча с Маркусом. Вместе они отправляются на поиски молодой девушки, похищенной серийным убийцей в Риме. Сюжет романа впечатляет своей запутанностью и многослойностью. Понять, спрогнозировать или чего уж там, самостоятельно разгадать, кто убийца, просто нереально. Остается только получать удовольствие от прочитанного. Ищите книги Донато Каризи на полках городских библиотек Ханты-Мансийска. До новых встреч!